рекорд, чтобы вы понимали, убийство РС 25 хм вместе с трэшем и с боссом с первого пула составляет 20 минут. Ага, рекорд. Это у меня есть видео. Это где? Подожди, это где? Где? На церкви? Да. Здесь тоже, кстати, было. Тут ХП побольше держи. Да, тоже было 20 минут. Вот именно здесь. Именно здесь? Ну, а с кем? Ну, что с вами, здесь? С кем? Мы с вами, а с нами, ну. 20 минут. Чё, повторим? Да, да, Кит. Плюс-плюс. Ой, чуть-чуть не успела. Импровизация. Давайте, давайте их кайчу. Ко мне кайте. А их ферят. Ферят корни. Чё у вас там? Танк какой-то на стол? Крепость, у тебя доступ в РСХМ есть? Да, есть. Няша усилки в стамину перекинула, где там? Амиров, Хила, Альбунд. Я РС-ку проходил, а вот ХМ нет. А какой у тебя спек? Танк. Т5 есть? 5 Т5. Все, Мозер, я постарался, сейчас чешка выпадет. А почему 5Т5? Это не перебор, 5Т5 это статы. Не, Возер, на этом можно, все нормально. Редвара, заходи. Всех фризит, или только у меня иногда останавливает?
Нет, не у всех, значит. Видимо, это шаманское проклятие, я поняла. Умираю, как спать охота. Ой, не говори. Ребятками вчера... Редвард, заходи. Заболталась до 5 утра. Безумно спать хочу. Это самая крепость. Ой, да. Это подписан на мой канал. А чё, это обязалово? Ну да, типа. Если не подписан, то косарь голды в день надо платить мне, короче. Смотри, налетел. Короче, там это самое. Есть тактика. РС. 25 хм. Есть видос, как танчить. Так как ты паладин, тебе только тьму танчить. Вот. Могу ссылку дать, в принципе, для простоты. Где-то там было. Эдуар, если ты не заходишь через 5 минут, я тебя исключаю и снимаю ее. Ну, обычно я свет танчу. Ну ты свет не потанчишь в героике. Понял. Давай ссылку на видос. Я тут, Фарада. Дискорд. Ну, я тебя звал уже несколько раз. Где? Честно. Ой, а у тебя там кнопочка доната есть, нет? Нет. Не знаю. Ну, это плохо. В смысле, нет, не знаешь. Ну, Эликс же тебе задонатил, понимаешь намек? Ну я тоже не понимаю. Нет, не знаю. Твой канал. Так, вот. Ой, по твоей интонации ты на что-то хочешь разбить. Войд первую, Калат вторую, Монород третью. Ничего не развожу. Эликс по-любому донатит всем стримерам по Сирусу. А куда закинул? Дерево вдуплять. Ага. Во флудилку ссылку дал. Все, я увидел. Посмотри видос пока. Да, уже. Че, пуляй? Давайте пуляй. Цирк приехал. Ой, Нелли. Ракушкообразный. А не понял, а что будет не в другом месте танчить, а ты решил танчить? Не знаю. Импровизация, помнишь? Да? Импровизация. Импровизация, я встал, он подвел ко мне его. Ничего не подводил. Ты в мелизоне стоял. Какой воет плохой воет, ай-яй-яй. Маленький мерзостный. Сука, я сейчас сдох. Нет. А Фарада, ты меня понял? Сука. Это месть. Понял? Давайте не вайпнемся здесь. Вон там. Блин, пастурищ. Сберите. Фарада, ты меня закинул. Да. Меня подвагивает, если что. Я тебе сразу говорю заранее. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась.
Да, блядь, переводят быстро синий ДПС до хища. Вообще не ожидал. Сейчас еще слава будет импровизация на бочке, если он. Настя, Элбрил, Неликс. Тить импровизацию. Думала квести, кстати, это пиздец, который. Еще слабый. Гулять? Чешка, не знаю. Я не заберу чешку, он беда. Гуляй. Меня подфризивает. Чем нет, нет. Так и живем. Подфризивает, да? Да. Ну, так. Не очень подфризивает. Крепость посмотрел. Вот смотрю. А лайк поставил? Ну если что, если что, у меня такого дерьма навалом. Надзиратель. Если что, выгребай, да? Имею в виду контента такого. Да, у тебя есть в канале? Кто есть? Есть полиприст, ШП, сова, рту, мишка, кот, рога, лок, вар, ДК, АДК, блядь. Ну, на варе можно было остановиться. Да. Просто все есть. Есть ульдуар даже. Охуенный. Кирслакер. Чё это Кирслакер? Миника не бил, что ли? Посмотри, шторм. Первая партия плюс Неонекс плюс Кават. Вы идете в тьму, все остальные остаются. Войд по хилам распредели сам, не знаю как. Так. Элбрил, какой спек у тебя? Холик. Ничего не хочу сказать, но вы точно хотите ДК в первой группе оставлять, а ШПФ? В чем проблема ДК? Ну, наверное, в том, что ШП будет хилить локов в этими. А ДК это как бы латник? Я так понимаю, я в хиле? Шторм в хиле будет? Да. Кирс, ты в хиле тоже, да? В ДД? Надо в хила? Да, давай. Давай в хила. Короче... Ну, допустим, окей. В свету... Шторм, Дейдре и Кирс. А во тьме Мосса, Элбдел и Торт. Вот. Так охуенно будет. Не подлагивает, пипец. Сейчас резво ослаблю, наверное. Блин, у всех. Не, у Мозера нормально говорит. Кирс, короче, не заходишь, остальные заходят. Я бы кого-то оставил еще. Дейдра, не заходи тоже. Тоже в свету стой, жди. Да, я заходила и не планирую. Сядь, Элбрил, если готов, плюс чат. Все, готов.
Свет пьет ДД. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Так кто ты во тьме говоришь, Схилов? Во тьме Торт, Элбрил и Мосса. Светут ДЦ, Кирс и Шторм. Шторм переходной, да? Да. Во тьме танчит Кават, твой цвет. Народ, себя трэш. Так она отличается количеством лезвий. Бегите. И мобом на первой фазе. И трэшем, да. Он же в нас. Это после босса. Дайте уе. Отведите маленьких. Народ, дай БРМ. Баф по ДК. Блин, смешно, но я отлагал. А, у меня в хилботе метки не стоит, я понял. Мобов бы с зубы поковал. Я подоспалю. Заходим. Хорошо, Настя. Заходим. То искать по всему хилботу, кого тыкать, такое себе удовольствие. Стоим. Стоим. Лезвие. Кручу. Лезвие. Стоп, а что там будем? Стопнули по боссу, ждем следующее лезвие. Готовимся, лезвие опять. А, понятно, аддон трындит. Лезвие. Да, слабый ты в своей тьме. Лезвие. Убивает. Всех. А вы что, не знаете, что лезвие появляется там же, где пропадает? Нахуй вы вперед побежали, вы мне ответьте. Я тоже не понимаю. Что ломанули? Сколько? Скажи, кукушка. Пропой. Сколько КД должно пройти, чтобы мы с первого пола опять убили? Сказал тот, у кого не лагает. Ну, блин, я 2 недели лагал, должно хоть в один день у меня не лагает. А ты чё, каждый раз прилавы фераешь? Я 2 недели говорю, вот как у нас карантин начался, я весь карантин играю с лагами, просто не ебить. На аварии я вообще все дома отрубаю, чтобы хоть как-то не лагать. Так это нормально.
Вот нахуй карантин, блядь. Надел намордник, пиздуй на работу, блядь. Карантин. Придумали какую-то хуйню. Да, именно поэтому у нас район оккупировали. Именно поэтому у нас весь город нацгвардист. Намордник надел и пиздуй. И я... Понимаешь, что вчера у нас даже... Вчера ходил в магазин, меня на площадь приняли. Мазбав дайте. У нас люди выходят в магазин, а там уже три мента стоят, спрашивают, зачем выходить, где живете. И у нас документ спрашивают. А ну у нас такого нет, как у вас, блядь. Ну ничего, ничего, поживем, блядь. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Даже не ударил его. За то, что ты коронавирус убежает. Я даже ни разу его не ударил, блядь. Ближайшая цель. Убежаем. Женуэн, подними его. Блин, позлорадствовал, опять начал ловить. Ты будешь что ловить? А чё воет, по-моему, постоянно уши кидал? Подбос. Я говорю, ты раньше уши кидал под босс, чтобы не агрос. Никогда. Прибежал. Это на руглет кидал. Это для нубов. Зубы в коват. Зашли. Мне зубы не надо. Перебегите на правую сторону от меня. Делорес, блин. Начинаю крутить. Вы на втором сдохли лезвие, да? Да. Третье точно. Две. Лезвие, это... Коника дашь, нет? Да. Стопнули ДПС, ждем лезвие. Лезвие готовится. Бьем. Джокера просил. Стопнули, не бейте. Портал под хвост. Лезвие готов. Мастоп. Сбейте тьма.
Прибежали. Свет стоп. Свет стоп побу. Спал. По мелких ауе. Ауе, ауе. Все по боссу. Трэш долейте. Свет долейте, трэш прибежать. Быстро, близко под... Очень близко кто-то стоял. Прохил Войда. Где спал? Тьма, стоп. Падай. Прям на кости. Вы упали? Нам падает? Чего? Да, да, падает. Кто-то из метров стоял под мостом. Туда упал метеорит. Ого. Красиво, красиво. Там либо Шунен был, либо Монорол был. То ли мне кажется, то ли вот тебе, по-моему, не так сильно прошибало. Мне кажется, люди деградируют с каждой недели. Вот именно из-за таких ситуаций у меня волк вкачан. Лёхи-то нет, можно и повайпаться, ЕПшка не прилетит, всем похуй. Вы когда-нибудь Мишу видели в гневе? Нет. Это такой тонкий намек, что он тоже может начислять. Кот, так ты понимаешь, что он прям на косте моей хилки из-за того, что 70% был? Там есть второй шаман, по-моему, да? Заходим. О, с метеора. Тортик, как в тьме хилится? Заебись, ты не в курсе? Пойдет. Да нормально, конечно, как всегда. Может, я свечусь штормом? А чё, я в рейде? Да. Собирать руду не могу, да? Как скажешь, лобби. Я под вас подпадаю. Не вылезем. Тортик. Не лагает так сильно. Разошли. Если посмеете. Заходим.
Зашло ровно тогда, когда ты сказал. Начинаю крутить. Скажите, когда можно зайти. Шторм, оставайся во тьме. Полина, к заходе. А, диспелить кто-нибудь будет, блядь? Все, все, диспелил. Это ДДшников, Рада, придумай, или сам там останься в тьме. Слобика у вас нет там в тьме. Я сам останусь. Коника, дашь, нет? Дайте баф хоть. Да, блядь! Пиздец ты выносишь, дядя. Стоп, стоп, ДПС. Вась, ты во тьме слышал? Слышал, конечно. Ты не дашь этот тотем, когда будешь выходить, пожалуйста? Сама без маны, да сейчас. Бьем. Баф хоть. Умира, дайте хилам. Ума, стоп, сразу. Свет, стоп. Можно фридом хоть раз? Свет, побос. Свет, стоп. А вы? Пьяти его, пьяти. Мобов. По боссу, свет, поиграйте. По боссу. Бейте большого, хули он стоит, блядь, с 1%. Короче, я завис, походу. Бегите, хули стоите. Я под хвостом. Хильте, Войда, хильте, хильте. Тьма, стоп. Играем дальше. Вперед, есть что-то по мане? Жужжан. Тьма, стоп. Опять убежали. Тьма дальше. Дайте Геру свету. Не зыб куда. Свет, по боссу поиграй. Мы стопнули. С ней пусть. Бегите, чё вы, блядь, стоите? Мы играем по боссу активнее. Геру. Шторм, Геру.
говно. Ну, Мозер, ну почти, почти. Ну понятно, сорвал нахуй. Да. Сука. О, боты хорошие. Неплохие. Чё, интересно, чё упало, не? Тапки Кавату на танка и чешка РДДшная. Шмотки? И ну третья не шмотка, там говно. Кольцо на МП5. А, тапки говно. Ну, он их мог всех забрал. Тапки говно. Ну, наверное.